Иран пока не готов к переговорам в Вене. Представитель Государственного департамента США заявила, что иранцы запросили больше времени, чтобы разобраться с процессом вступления в должность нового президента страны, которое должно произойти в августе. Когда Иран завершит этот процесс, мы готовы планировать возвращение в Вену, чтобы продолжить переговоры, добавила сотрудница американского внешнеполитического ведомства, выражая заинтересованность в том, чтобы искать пути возврата к соблюдению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программы. Очные переговоры Ирана и международной пятерки России, Великобритании, Германии, Китая и Франции с целью восстановления совместного всеобъемлющего плана действий в его первоначальном виде ведутся в столице Австрии с апреля. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не проводилось.